Всем привет, дорогие друзья! Как вы можете догадаться по данному видеоролику, сейчас я буду играть в Brawl Stars, ребят. И только что вот я открыл буквально один сундучок. И как вы думаете, что мне выпало? Пассивка на Брока, ребят, не выпала. Давайте ее испробуем. Все-таки Брок увеличивает количество боеприпасов, заряжая установку четвертой ракетой. Так, пришлось выбросить термос. Прикольно, но мне нравится. Занимавший ее ячейку. Давайте попробуем выбрать Брока 10 силы. Он мне даже не на 500 трофеев, я сам в шоке. И давайте скатаем в одиночном столкновении потом. Ребят, также я хотел записать рубрику «Играю с подписчиками». Так что, ребят, кто хочет со мной играть, сыграть в Brawl Stars, давайте напишите мне в комментариях или ВКонтакте. Я на все сообщения отвечаю. Прикольно, мне нравится, ребят. Ну, обновление точно потрясает меня уже, так можно сказать. Это очень прикольно, по-моему. Офигеть, как я быстро фармлю банки, ребят. Это очень быстро, вы просто не представляете. Что это? Давай. Мне нравится пассивка, ребят, реально. Офигенная просто. Теперь я могу дофига делать тычек. Больше стрелять могу. У меня все быстрее восстанавливается гораздо. Нет, конечно, та пассивочка, которая урон увеличивает, она тоже прикольная, там, где такая синенькая фигня. Тут я могу на изи просто всех выметать за счет своих быстрых атак. Так. Пайпер. Давай еще тебя. Сколько раз я могу... Ой-ой-ой, отлично, я попал в Пайпер. Ну, тут я чуть не попал. Леон. Тихо. Там ходит Леон, может он под инвиз уйдет. Сейчас нужно играть очень осторожно. Так. Леон. Не надо меня, не пугай меня, друг. А, вон он под инвизом. Под инвиз чекайте. Не, мне страшно, ребят. Мне реально страшно, что меня Леон сейчас возьмет, закричит. А, вот он! Нет, стула просто. Я не знал, что он вот так выскочит резко. Ладно, плюс 6. Спокойно можно его апать сейчас на 700, я думаю, если постараться. О, меня зовет поиграть мой брат. Давайте поиграем с моим братом, ребят. Мой брат, я его еще буду снайпить, кто не знал. Кто хочет, чтобы я его заснайпил, то пишите в ВК. Ой, то есть пишите в комментариях, как вы. Все, погнали в парное столкновение. Сейчас еще открою сундучок. Надеюсь, мне что-то новое выпадет. Еще что-то новое. Новый персонаж или... Ну что еще может выпасть, по идее? Да может выпасть хоть что. Хоть что может выпасть. Хоть пассивка, хоть гаджет, а... Ой-ой-ой-ой-ой. Ребят, там больно. Я пойду фармить данные баночки. Раз, два, три. Давай четыре. Быстренько нафармлю банку. Ой, мой брат сдох случайно. Нифига себе. Так, я не буду брать пока баночку. Я жду его. Ой, прости, брат. Случайно. Так. Отлично. Сейчас мы его с вертухи. Все-таки не метали. Ну блин, чувак. Отлично. Забирай, Саша, забирай. Давай. Молодец. Что, не забрали? Ой, новый перс. Вот уже. Ну, все тестируют сейчас нового перса, по идее. Кстати, как вам, ребят, новый перс и вообще как обнова? Пишите в комментариях. Отлично, красиво умотал. Там возрождается Сафан. Тихо. Вот так. Давай, отлично, урон попал, прилетел. Никого пока, ребят. Осталось целых 4 команды, нужно жить. Тихо. Солнышко, не надо. То есть вы хотите сказать, у меня было дофига банок, и я сдох.
В общем, ребят, напишите также в комментариях, как вам пассивка с Броком. Как вам пассивка с Броком, ребят? Давай последнюю карточку собираем и... Наверное, я буду заканчивать видос, потому что не хочу, чтобы он был длинным. Он уже идет 5 минут целых. Так что это последняя карточка. Давай. Раз, два, три. Я пока пошел в ту сторону, а Саша пошел туда. Сейчас нужно кого-нибудь будет чпокнуть. Кого же я буду чпокать, ребят? Как вы думаете? Наверное, того, кто там. Осторожно. Тихо, Леон. Тихо, так я говорил, там Шелли. Ну, вот нас закрысили. Просто крысы. Выскочили, закрысили. Подслился я, ребят. В общем, спасибо, что смотрели данный видеоролик. Всем до скорого. Всем пока-пока. С вами был я, Джампеража.